Всем здравствуйте, здоровья, благополучия всем. Я Анжела, Пушкинова дочка, Коли недостройка супруга. У меня обращение к тем ребятам, которые держат покерные столы. У меня Тима, сын, недостройка. Люди добрые, он больной человек, зависимый от этих карт. У меня просьба. И заявление. Я заявляю тем людям. И я говорю, что если вы будете, ребята, пускать Тиму, недостройка, за покерные столы, будете давать ему на долг деньги, коммерции, я заявляю, что никто рассчитываться не будет. Что потом не было к моему сыну или к моей семье никаких вопросов. Это продолжается уже длительный срок. Мы лечим, мы заявляем постоянно людям. Но воно ж так, сегодня один стіл открылся, завтра пять. Всем людям заявляем уже 3 года, чтоб не пускали. Теперь, ребята, послушайте меня. Мой сын Тима недостройка, зависимый человек. И за него никто рассчитываться не будет, и он сам не будет. Чтоб не было ни к моей семье, ни к моему сыну никаких претензий. Я заявляю это и говорю всем ребятам, которые держат покерные столы. Все, всем здоровья, благополучия.